Что? Кто беспокоит? Министерство здравого смысла? А, оптимистр. А вы знаете, он вообще-то сейчас немножко занят. Что? Что снимают? Ремейк на операцию и другие приключения Шурика? Да вы шутите. Оптимистр, тебя срочно к телефону. Что-то случилось? Алло? Да? А я там зачем? Нужен? А, ну да, да, ситуация такая, что, видимо, очень нужен. Ну хорошо, тогда выезжаю. Ты куда? А хоть мою кто будет снимать? Ты снимай! Всем привет, классные мои! Сегодня с вами внезапно Ева, и это новый выпуск шоу «Культ Муви». Ну а так как от меня вы привыкли слышать что-то о ретро-фильмах, то сегодня я расскажу вам о фильме, который является не только ретро, но и достаточно культовым кино. Да, таких фильмов можно назвать достаточно много. Культовыми многие из них, правда, стали скорее в силу возраста. Одни заслужили статус за счет искрометного юмора, который до сих пор цитируется в современном кино. Другие по-прежнему шокируют зрителя, заставляя присмыкаться. А некоторые вовсе выделились своей трешовостью и дешевизной. Ну а нынешний выпуск будет посвящен фильму, обзор на который вы все так долго ждали. Речь сегодня пойдет о знаменитом фильме Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Where's the bathroom? Buck, should I get it? On the hotline. Доктор Стрэнджлав. Or how I learned to stop worrying and love the bomb. Конечно, у Стэнли Кубрика достаточно фильмов, которые смело можно назвать культовыми. «Космическая Одиссея 2001», «Заводной апельсин». Но оптимистр был бы не оптимистр, если бы не порекомендовал мне посмотреть именно этот фильм. История создания этой кинокартины началась с повального увлечения Стэнли Кубрика темой ядерной войны. Охотно скупая все журналы по теме гонки вооружений, Кубрик с удовольствием читает рекомендованную ему книгу Питера Джорджа «Красная угроза» и настолько восхищается сюжетом, что тут же выкупает права на экранизацию. Сюжет книги представлял собой некий триллер, завязанный на общечеловеческом страхе перед ядерной войной и концом света. Однако Кубрик он показался слишком серьезным, и было решено переделать сюжет в сторону политической сатиры. Действие фильма завязывается на том, что одержимый войной генерал Джек Де Риппер отдает приказ к исполнению секретного плана R, подразумевающего под собой немедленную ядерную бомбардировку Советского Союза. Однако один из офицеров, Лайонел Мандрейк, разоблачает действия Риппера и пытается заставить его отозвать самолеты, но ему не удается переубедить генерала. И далее весь фарс закручивается вокруг необходимости остановить как бы нечаянно пущенные ракеты в сторону СССР и по возможности избежать ядерной катастрофы. И все бы казалось очень серьезным, если бы не разбавляющий фильм комические ситуации из серии житейских историй. Например, как ситуация, когда на звонок президенту приходится отбирать мелочь у автомата Кока-Колы. Напомню, что фильм вышел как раз в разгар холодной войны, и потому его главная идея – это высмеивание гонки вооружений и, как следствие, ядерной войны. Фильм наполнен огромным количеством отсылок ко всему и вся. Так, например, прототипом для имени генерала Джека Де Риппера был Джек Зе Риппер, иначе Джек Потрошитель. И потому в некоторых вариантах перевода его звали Джек Потрошилинг, ну что звучит довольно-таки странно. Имя советского посла Алексея Десадского несет в себе аллюзию на маркиза де Сада, а вымышленная база, которую должен был атаковать майор Конг, была отсылкой на роман Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» и называлась Лапута. Культовость этой кинокартины вряд ли бы кто-то хотел оспорить, так как уже условия, при которых был снят и выпущен этот фильм, а именно холодная война и убийство президента Кеннеди, как бы указывали на дальнейшую судьбу этой картины. Ну и, конечно, нельзя обойти актерскую игру. Она в этом фильме хороша во всех отношениях. Стерлинг Хейден превосходен в роли генерала Риппера. Например, как мастерский актер подает сумасшествие своего героя, когда тот наедине с самим собой рассуждает о фторировании воды и красной угрозе. Сам Стерлинг впоследствии
охарактеризовал этот выработавшийся стиль игры как чистота существования. Джордж Скотт играет в этом фильме генерала Тергисона, и он также хорошо передает педантичную приверженность своего персонажа военному уставу, который вынуждает его защищать Рипера и, вопреки всему, гордиться профессионализмом пилотов, даже в том случае, если этот самый профессионализм ставит под угрозу гибели весь мир. Но первенство в этом фильме, безусловно, принадлежит Питеру Селлерсу, сыгравшему сразу несколько ролей – капитана ВВС Лайонела Мандрейка, президента Меркена Мафли и самого доктора Стрэнджлофа. Итак, что же мы видим в итоге? Всем своим видом и всеми затрагиваемыми темами фильм осуждает идеологию холодной войны и неспособность правительства защитить людей от ядерной угрозы. Кинокартина демонстрирует нам фанатичную приверженность своим идеалам ВВС США, чье стремление сохранить так называемую честь мундира помогает всегда пробираться к намеченной цели. Правительство СССР даже включило демонстрацию этого фильма в широкий прокат с целью сформировать у советского зрителя негативное представление Соединенных Штатов. Но вместо этого кино, наоборот, вселило надежду на то, что страна, создавшая такой фильм, несомненно должна знать способы предотвращения угрозы ядерной войны. Фильм «Доктор Стрэнджлов» был несомненно важным фильмом для своего времени, и некоторые даже полагают, что именно он стал причиной оттепели в американо-советских отношениях. Ну а для нас, простых зрителей, он навсегда запомнится как один из ярчайших представителей другого кино и навсегда останется в списке культовых. Ну а на этом все. С вами была Ева Культ Муви. Подписывайтесь на киноблог Оптимистера. Не забывайте про полкино-видеоверсия. Смотрите хорошие фильмы. Всем peace and love и пока!